Автограф сессии, интервью, семинары с тренерами и, конечно же, тренировки на льду. Легенда советского хоккея, многократный чемпион в составе ЦСКА, известный эксперт и комментатор Сергей Гимаев был в Приморье на расхват. За несколько дней во Владивостоке специалист мог увидеть матчи «Адмирала» вживую и пообщаться с губернатором края. У Гимаева еще один важный титул – заслуженный тренер России. Значительную часть жизни он посвятил работе с детьми. Именитый гость собрал детских тренеров и в неформальной обстановке делился своим опытом. Ребята задавали ему вопросы, которые интересуют непосредственно по тренировкам, по методике проведения тренировок. Сергей Наильевич все это объяснил, разъяснил, привел очень много примеров как отечественного хоккея, так и зарубежного. Затем Сергей Гимаев вышел на лед и провел тренировку для 11-летних воспитанников детской школы «Адмирала». Посмотрел, как они катаются и выполняют базовые хоккейные элементы, а также дал свои наставления. Чтобы ты правильно катался, чтобы ты правильно клюшкой владел, чтобы ты физически крепкий был, чтобы ты в школе хорошо учился, потому что нет никаких гарантий, что ты будешь хоккеистом. Перед отъездом Сергей Гимаев раздал личные карточки с автографами. Не как сувениры, а в качестве напоминания о своих наставлениях. Павел Зайцев, Олег Буймиструк, Алексей Зданович, «Панорама».